Здравствуйте. Порой часто у нас остаются очень хорошие вещи, которые мы уже не носим, но выкинуть их не поднимается рука, потому что они из замечательной ткани сделаны, дороги нам как память. Ну и вот я решила из вот такой вот замечательной тоненькой батистовой блузочки сделать штанишки своей внучке. Вот, я померила, у меня есть выкройка, я сняла с ее штаников. Недавно я шила костюмчик, и вот у меня тут выкройка вот. И я примерила, и как раз получается идеально. Тут рукавчик реглан на этой блузочке, что если отрезать рукава и сделать, соединить их между собой, то получатся прекрасные штаники. Сейчас вот я вам это продемонстрирую. Я вырежу и покажу вам результат, как это будет выглядеть. Вот посмотрите, я обрезала рукавчик, и идеально по размеру просто совпадает. Смотрите, это у нас пояс, тут даже у нас с запасиком получается небольшим. Штанишки получаются с одним швом между ногами, а здесь даже не будет шва. Ну, в принципе, я такой костюмчик и шила своей внучке. То есть здесь у нас шва нету, здесь складочка, а это вот зад-вперед. И я соединю два рукава. Вот здесь вот я сейчас сострочу и покажу, что у нас получилось. Смотрите, какие у нас будут замечательные штаники. Я сам результат покажу. Thank you.
Вот такие замечательные штанишки получились для моей внучки. Когда она приедет ко мне в гости, мы их померяем. Я уверена, что они ей очень понравятся и подойдут по размерчику. На этом всего вам доброго. До свидания.